инженером. И выражаем огромную благодарность долгих лет жизни. Я знаю, за это время вы помогли очень много людям, в том числе и я. В 2018 году, когда я пришел, минус 80 миллионов тенге с долгом, ваше знание, наставник, и поддержка команды само мне очень помогли. За это время, в 2022 году, у нас Кюфо Пипар компания, 11 филиалов по всему Казахстану, более 180 человек работает уже. Налаженная система, профессиональная команда, стабильно растет. В планах сейчас выходить на Узбекистан, Кыргызстан, ближайший зарубеж. Сейчас благодаря этим знаниям я открыл свой курс «Харикет», который называется. Более 3 потока обучились людей. Здесь сейчас стоит харикетовцы, которые обучились, и наша команда «Кюфо Пипар». И все мы вас поздравляем! Само, именно для команды само дарим мы вам эту ласточку. Инновации 22 года, как служебный автомобиль, пусть она служит нам, команда само, долгих лет, восхитителю компании само, и Шалах настроен подарить вам 570-й Lexus. Рассказал вам, только думал после обеда расскажу, но мне придется сейчас это говорить. Дайте мой клип, мой вот это там. Я хочу вам пару слов сказать. Ты сиди сюда, рядом со мной. Хорошо, ключи держу. Сейчас я расскажу эту историю. Это необычная история. Вот в 2018 году подошел ко мне парень, по имени Талгат. Он подошел ко мне на консультацию, двухчасовой консультации. Но он мы сидели, консультировал, и я смотрю, он переживает, что потом я говорю, он задает вопросы, я ему отвечаю, но у него не было денег за консультацию. Это действительно так, по гостинице. Потом я сказал, ладно, не надо тебе сейчас платить, и когда не платишь. Второй раз пришел на консультацию, за один час платил, на второй час не мог платить. Так? Вот он рядом со мной. Микрофон работает? Да? Включите его микрофон тоже. Ребята, включите его микрофон. И потом я ему показал, что надо делать, он то питался машиной, то питался там работать в разных направлениях, то хотел микрокредитные организации, то хотел тренинг индустрии заниматься, то в общем всякие. Я его остановил. Потом у него то в гостинице, то это, я говорю, моя сильная сторона, я умею в людей видеть их, в чем они сильные. Я умею в людей видеть достоинства. За годы работы, если вы долго работаете, например, поваром, хорошо понимаете, как готовить еду. Если вы долго работаете плотником, хорошо начинаете понимать, как делать мебель или чего-то. Вы согласны? И вот получилось так, что от того, что долго работаю, моя сильная сторона, я могу видеть в человеке его талант и в чем Богом дано. И я его остановил. Я сказал, стоп, давайте будешь делать вот это, больше ничего. И говорит, денег нет, того нет. Хорошо, я отправлю его, он искал инвесторов. Где-то там чего-то нашел, где-то не нашел. Потом год работал с какими-то инвесторами, возвращается, а у него почему-то инвестор зарабатывает, он не зарабатывает. Если он работал 50 на месяц с человеком, все расходы за счет Талгата, они говорили вот так. Он миллион тенге заработал, 500 твой, 500 мое. Но все расходы его. Талгат ездит по всему Казахстану, машины таскает, продает в Алматы, зарабатывали, например, 300 тысяч тенге, 50% твое, 50% инвесторов. Но все поездки, расходы, бензин, за все платит он. И у него ничего не остается. Я говорю, стоп, так не пойдет. Знаете, что я делал? Я ему вытащил свой ключ, Lexus 570, дали ему, сказал, начинай с этого. Вы можете спросить. Я дал ему вот ключ. Да, наставник, я здесь. Я ему дал ключ и сказал, начни с этого. Раз не получается, тебе хороший инвестор и так далее.
Начни с этого. Я дал ему просто свой собственный Lexus, который ездил. Потому что у меня была ключи в кармане. Я вытащил ему это, сказал, возьми за это. И вся моя команда была против, чтобы ему инвестировали или что-то делал. Я ему сказал, Талгат, я инвестирую в людей, не в бизнес, не в проекты, не в... потому что много ошибок делал, жизни достаточно, они мне хватает. Я инвестирую в людей, я в тебе инвестирую. Не то, что там в проектах того, потому что я видел в него очень-очень простого парня, честного парня. Он мне говорит, наставник, я вырос в базаре, я вырос на улице, я не знал, у меня нет знаний, опыта, но то, что вы верите, как-то это мне окрыляет. Потом я сказал, теперь идешь учишься на курс со стабилизацией бизнеса. У него денег не было платить. Он платит $3000 на наш курс системизации бизнеса. Больше скажу, можно? Да, 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 подожди, подожди, потом там скажи. А потом, когда начинал, вот такой был. Переход. Да, 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 я знаю. Он жил у нас возле хостела в Бишкеке, а я край глазом смотрю, иногда ученикам говорю, Талгат, возьми с собой на обед. Они говорят, почему? Я говорю, просто делай, как я сказал. Не спрашивай. Я знаю, что у меня денег. Я говорю, просто Талгата возьми с собой, вместе идите покушайте. Иногда меня уважают мои ученики, я благодарен им, они ничего не задают вопрос, они говорят, хорошо, мы с тобой. Если вы сказали так, значит да. Они возьмут и люди делают. Это действительно так. Так и было. Вот так он начинал. Это были долги, кредиты. Вот сейчас у него 11 салонов, вот такие салоны по всех городах. 21 год он закрыл вот так, 9 758 000 оборотов. А как вы думаете, 22 год какой? Вот эти. И теперь он решил мне к машине вернуть. Не вернул еще. 570 надо вернуть. Смотрите, действительно, то, что наставник говорит, все правда. Многие, кто меня спрашивает, ты действительно проект Давлатова? Я говорю, вот гордостью всем говорю, да, действительно проект Давлатова. Почему? Потому что в то время никто не верил, честно говоря. Родители даже не верили, бывали моменты. Ты будущий миллионер, говорит, а у меня долги. Я смотрю на наставника. Как он может мне сказать, что я будущий миллионер? Потом он говорит, я в тебе буду $500 000 инвестировать, когда я, как наставник говорил, с этого инвестора ушел, 50 миллионов, который инвестировал. Он говорит, я тебе буду $500 000 инвестировать. Я говорю, блин, как мне? Многие, которые 120 человек со мной ходили, многие хочет с ним партнериться, а он мне говорит, я с тобой буду партнериться. Ты будущий миллионер, говорит. Я, блин, удивился, не верил этому. Оказывается, действительно, он эксперт по людям. Вот знаете, вот результат. Мы сейчас 180 людям даем рабочие места. Очень отличная у меня команда. Как вы говорили, я сейчас сижу в 6-м ряду. Почему? Потому что со мной мои харикетцы, ученики пришли. Потому что есть они, есть мы. Есть вы, и мы есть. Поэтому спасибо. Спасибо. Да, честно, я честно скажу, я не знал об этом. Они мне делают сюрприз, я не знал об этом. Да, Лунара, спасибо, Лунаре. Спасибо. Наставник. Мои ученики сейчас взяли сюда этот, как его, сертификат, можете вручить, а то, что получится. Пожалуйста. Все, давайте быстрее. Давай быстренько.